Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с персонажами античного мира по книге Бетти Редис «Кто есть кто в античном мире», дополняя данными из Википедии и из интернета. Диомед. Диомед – герой из Аргоса, сын Тидея. В Илиаде играет лидирующую роль, отчасти его дисциплинированная храбрость противопоставляется капризности Ахилла. Диомед ранит Ареса, Афродиту, что намекает на его божественное происхождение. Возглавляет штурм Трои в отсутствие Ахилла. Вместе с Одиссеем идет на разведку в лагерь троянцев. Это сюжет Рессы Еврипида. После гомеровских легендах он отправляется вместе с Одиссеем на Лемнос за Филактетом, обладателем лука и стрел Геракла, без которых, по предсказанию, не могла быть завоевана Троя. Участвует в убийстве Паламеда и похищении Палладия, священной статуи Афины, хранящей благополучие Трои. Герой Диомеда, Чесера и у Шекспира завоевывает Крессиду у троянского царевича Троила. Причем оба поэта подчеркивают подлинную мужественность героя. Данте помещает Диомеда вместе с Одиссеем Улиссом в восьмой круг ада, испепеляющий пламя, которое является наказанием лукавых советчиков. Однако на картине Энгера «Венера, раненная Диомедом», он снова герой. Вот так вкратце о Диомеде. Герой из Аргоса. Пока-пока, до свидания.